Ну что, друзья, всем здравствуйте. Историческая херня сейчас произойдет. Я сейчас буду донатить на этот аккаунт. И прошлый видос за менее чем 4 часа собрал, ребята, почти 40 тысяч лайков. Я безумно благодарен. Я давно таких лайков не видел. Спасибо. Я не знаю, что с вами произошло. Ну, пару месяцев назад мы с вами просто разрывали игровые тренды. Вы ставили рекордное количество просмотров, рекордное количество лайков. Сейчас, конечно, все стало хуже. Но, тем не менее, предыдущий видос показал, что вы еще есть. Вы существуете, вы активны, вы лучше у меня. И надеюсь, что на этот видос вы тоже прямо сейчас поставите лайк. И если не подписаны были, то подпишитесь. Я на вас надеюсь и верю в вас. Сейчас, ребята, я, как и обещал, задоначу столько гемов, сколько вы поставите лайков. Ну, в соотношении 10 тысяч лайков — это 1000 гемов, 20 тысяч лайков — это 2000 гемов и так далее. Вы поставили почти 40 тысяч лайков, там 34 на данный момент, значит, я задоначу 4 куска гемов сегодня в видосе. Прямо сейчас, на ваших экранах. И после этого мы сделаем крутейшее открытие. Я надеюсь, что я прокачаю своих персов, которых апнул уже на 600-700 кубков, и при этом выбью новых. Напоминаю, что это проект, на котором я хочу апнуть Эмс только персами, которые на пути к славе. А в конце этот проект разыграю. Осталось 2000 кубков, и осталось у нас до конца сезона 3 дня. Я за эти 3 дня должен поднять 8000. Если вы со мной, подписывайтесь, ставьте лайки, поддерживайте. А сейчас я надеюсь, выбью эпик, легу. И в конце потом я этот аккаунт отдам кому-то из вас. Кто хочет его получить, просто подпишитесь на мой канал и на мой инстаграм. Все. Если вы выполните эти действия, считайте, что вы уже участник конкурса на этот аккаунт. Что ж, ребят, я пошел донатить, а вы пока посмотрите рекламную паузу. Есть, есть. Последний донат. Отлично, ребят. Как и обещал, слово держу. 4000. Вы, правда, не набрали еще 40 тысяч, но, по крайней мере, наберете. Я уверен. Я уверен, что вы наберете. Вот. Конечно, ролик будет собирать и дальше лайки, но я обещание говорил, что за час до того, как соберет ролик в просмотре. Еще раз покажу вам. До конца сезона 3 дня 14 часов. Сегодня на стриме я буду апать 6,5. Завтра 7000. Послезавтра 7500. И в воскресенье финал. Если вы в меня верите, приходите. Я буду делать все возможное, чтобы закончить до понедельника этот проект. Ну что, ребятки, приступим к открытию боксиков. Боже мой, боже ты мой. Давайте я сразу куплю, наверное, жетонов вот этих, у даблеров, удвоителей. Потому что в воскресенье будет у нас раборубка. Соответственно, мне понадобится очень много этих жетончиков. Ну что ж, понеслась, начнем. Буду открывать по той же стратегии большой ящик, мега ящик. Если ты успеешь подписаться и поставить лайк до того момента, когда мне выпадет новый боец, то тебе точно выпадет легендарочка. Просто проверь это, сделай. Подпишись на канал, поставь лайк. Пожалуйста, по-братски, я в это верю, ребят. Так, давайте сразу заблокируем, чтобы люди не спамили. Кстати, можете заходить в клуб. Ну, все равно я уже в понедельник этот аккаунт кому-то из вас отдам, поэтому хотите — заходите, хотите — нет. Скины я покупать не буду, это баловство для вас оставлю. Если вы захотите... Блин, 4000 гемов, братья, блин, вы серьезно? Я только сейчас это осмыслил. Это же крутейшее будет открытие. Это же историческое сейчас будет открытие. Вы же понимаете, что вы сейчас будете ставить лайк, и выпадение леги — это... ну, вам же выпадение леги, ваша лего это будет. То есть кому-то из вас достанется эта лего, которая выпадет сейчас мне. Поэтому не завидуйте, когда вы будете видеть: а, ему выпало лего. А мне не это! Вот и 6 предметов, братва! Вот и подъехала лего. Или же... эпик. Вот сейчас все зависит от вас. Если каждый из вас, проверьте, вы можете думать, что вы поставили лайк, на самом деле нет. Проверьте, если поставили лайк, то окей, подпишитесь. Ну и поехали. Поехали, братва, поехали. Это ПМ, это ПМ, это эпик, ребят, это эпик. Кстати, давайте посмотрим, что у нас по шансу на легу, а шанс у нас небольшой. Да, да, 3500 гемов, кстати, может и не хватить на всех лег. Да, конечно, 100% хотя бы одну, блин, выбить. Так, ну что ж, Мишели прокачиваем на 8, Бо прокачиваем на 4, и пока ситуация не очень, друзья, не очень. Надо больше, больше. А мы потратили сколько? А, да у нас еще нормально, гемасиков, ребятки, вообще шикарно. Вообще шикарно, блин. Так, хорошо. Я буду также чередовать, мне нравится чередовать боксы. Хотя я больше люблю открывать... больше люблю открывать эти. Блин, а бит, я забыл за тебя, братик. Блин, вообще обалдеть, я не верю, ребята, это просто трэш. Бита я пока апать не буду. Реально, вот бита я апну, наверное, потом. Потому что я в любой момент могу поднять. Я его оставлю на десерт.
Вот, потому что в конце мне в любом случае его придется апать. Сейчас я буду апать тех, кого мне сложно. Вот что ж сложно, я сейчас подниму. А бита на лоу кубках, там в принципе и Unreal меня может подстраховать будет, когда мне просто в субботу не будет. Вот, а кубки апать надо. Вот, может Unreal подстрахует, потому что, ну, нам 100% до понедельника надо успеть. Вот, ну, нельзя, понедельник сброс кубков, все, это труба, это все по новой обратно апать. Фух, поэтому я не хочу, чтобы наши старания и наш труд прошел зря. Так, мы потратили 1000 гемов, и пока что вообще даже и близко не видно какого-то перса до пассивочки. Бул, ну так еще до хрена. Ну давайте поднажмем, давайте купим Джесси. Була купим еще здесь. Кольта купим. О, кольт на новый уровень скоро. И продолжаем открытие, друзья. 1000 кубков улетело. Я очень надеюсь, что все-таки мы выбьем сегодня Лего, ребят. И очень надеюсь, что вы все подписаны. Так, ну что ж, продолжаем. Скоро будет половина. Еще, блин, офигеть, еще много гемов. Классно вообще по кайфу открывать. Блин, я очень рассчитываю еще на... Ну, я минимум Легу, а потом что выпадет, то выпадет. Вот хочу эпики, Легу, как... Не, блин, вообще плевать, выпадет эпик или нет. Хочу Легу, только Легу. Не надо мне ничего. Кстати, скоро, возможно, будет скин на Леона и акция с Леоном. Я как раз-таки еще, может, докуплю сюда Леона вместе с новым скином. Вот этот Салли Леон, уточка Леон. Поэтому... Опа, ребята, кто-то успел подписаться. Давайте, до того момента, когда откроется сундук, успейте подписаться, это на удачу просто. Готовы, поехали. Бул, Тик, Шелли, офигеть, пока все персы с моей коллекции, офигеть. Биби только лишняя. Итак, ребята, эпик или же Лего. И, блин, это эпик. Это эпик, друзья, но не беда. Не беда, не расстраиваемся, у нас еще 2600. Блин, охренеть. Все, остался один эпик и Лего. Классно, ребят. Давайте проверим, кого можем прокачать. Кольта можем прокачать. И пока что никого. Ну что ж, двигаемся дальше. Это еще даже не половина, а мы уже так неплохо с вами сегодня открыли сундуков. Ну, кстати, опять же, вы видите, да, что я радуюсь новым бойцам, но при этом бойцами этими играть не могу. То есть я, считайте, радуюсь за кого-то из вас. За вас радуюсь. То есть кому-то из вас этот аккаунт крутой уйдет. А реально он крутой, блин. Ну, скажите, что он не крутой. Ну, правда, ну, блин, 25 бойцов за неделю. Так. Причем прокачка уже не стыдная. Но я еще не закончил. Это, блин, еще 3 дня, поэтому давайте. Я еще, может, задоначу. Все зависит от вашей активности. Если видос там разорвет, ребятки, сделаем еще подобный дубль. Это не проблема. Вы же знаете. Блин, ну вот, конечно, чем больше бойцов падает, тем сложнее мне прокачиваться, это факт. Но ничего, я рад даже тому, что новые бойцы падают. Я даже, видите, по несколько бигбоксов открываю. И сейчас будет уже ровно половина, как мы открыли 2000, потратили 2000 гемов. Ну, 2 новых бойца, уже неплохо, уже неплохо. Блин, ну хочется Легу, ребят, реально хочется Легу просто. Мы должны ее вытащить. Осталось 2000 гемов, друзья. И мы еще даже не приблизились к пассивкам. Охренеть. Я не знаю, как я буду бита апать до фула. Это мне надо дофига реально вырядить. У нас еще воскресенье раборубка. С утра буду тратить все жетоны. А 500 жетонов на секундочку. Это дохрена боксов. Это можно будет нормально так. То есть я еще весь козырь оставляю на воскресенье, друзья. Тупо до понедельника это... Блин, реально будет жарко. Реально будет жарко. Тупо следите за этим проектом, если вам интересно, чем это все закончится. Так, ну что ж. Мне самому интересно. Я сам не знаю, сколько я потрачу сюда денег. И гемов еще. Так. Блин, ну 4000 гемов открывать, конечно, бодренько, бодренько. Так, блин, ну я бы хотел хоть какого-то перса на 9, реально. Завтра бы пассивочку купил. Золота предостаточно. А у нас, блин, даже пока и не пахнет, да? Ну, бул подходит. Шелли еще до хрена. А эти еще даже не 8. Не, ну конечно, полностью фулл аккаунт я не сделаю, но мне... Да и бита тоже не факт. Вот. Но все, что получится, все, что на все, что я способен, я сделаю. Вот, все, что от меня зависит, реально. То есть, ну... Как бы я не жалею, как бы сейчас закинул, да, 200 долларов. До этого донатил и еще закину. И плюс кубки поднимаю. Поэтому
Я очень рассчитываю, что выиграет какой-то мой преданный подписчик, который смотрит меня не только из-за конкурсов, смотрит ролики до конца, каждый ролик лайкает, подписывается на канал. Я буду безумно рад ему подарить этот аккаунт, просто. Так, и давайте Динамайк. Поэтому, если ты таковым являешься, то я думаю, ты уже подписан и на мой инстаграм, и на мой канал. Поэтому тебе это уже делать не надо. Ребят, ну что ж, мы уже подходим к концу, к финишу. Блин, и мы еще до сих пор ни одного перса не подняли на 9-й. Капец. Я не знаю, что делать. Опа, 6 предметов, братики, братики, сестры мои. Давайте, давайте, поднажмите. Вот либо Фрэнк, либо Лего. Все зависит от вас. Реально. Удача зависит только от вас. Ну, рандом, помоги. Да, ребят, да, 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 это Спайк, это Лего, просто обалдеть. И я рад, что это не Леон, потому что Леона я сюда еще куплю. Охрененно, охрененно, друзья. Я так рад, я так счастлив. Господи, этот желтый цвет, он настолько меня радует. Я не могу сдержать эмоции, я безумно рад. Ребятки, это Спайк. Твою же мать. Охренеть. Ну что, ребзи, на этом аккаунте как минимум уже есть две легендарки. И при этом, когда будет акция на Леона со скином, она будет 100%, потому что Карл продавался вместе с Карлом. И я Леона еще сюда куплю. Останется победителю выбить Сэнди. Я думаю, что и Фрэнка мы выбьем. И все, как я и рассчитывал, этот аккаунт будет полностью со всеми практически персами и почти фуловый. Ребята, это шикарно. Это шикарно, спасибо вам за лайки. Блин, вы их ставили практически себе. Охренеть, еще 1000 гемов. Погнали, друзья, погнали. Еще, может, Фрэнка вытащу. Если я вытащу еще Сэнди, я не знаю, ребят, это будет просто читерство нереальное. Но я доволен. Ребята, 2 эпика плюс Лего. Вот скажите, вот как можно после этого еще не подписаться на канал? Просто вот реально, вот хочешь же такое везение? Ну хочешь же, хочешь себе? Подписывайся. Подписывайся, ставь лайк на удачу. Блин, ну, я лично доволен. Я уже доволен. Да, $200. Да, да, да. Но, тем не менее. Тем не менее. Блин. Еще бы прокачать кого-то на 9-й, блин. Я этим Спайком играть не могу. Я отвечаю, радуюсь только за то, что этот аккаунт такой крутой уйдет. Так. Блин, офигеть, что так жестко-то, блин, прокачивается. Прокачивать реально тяжело, ребят. Сколько? 4000 гемов и никого мы не качнули. Зато выбили 3 бравлеров. Да, спасибо, которыми я играть не могу. Блин, что, реально, даже быка не прокачаем, серьезно? Ну, хотя бы быка. Блин, мне, наверное, выгоднее сейчас открывать большие ящики, потому что... Блин, падает много-то. Падает-то много, но... Не то, что надо. Блин, 100 еще из жетонов надо, охренеть. Дико могу прокачать. Фу-фу-фу-фу-фу. Все сложно, все сложно. Но я думаю, что за следующий донат мы с вами, я думаю, сделаем... Сделаем пассивки. Блин, следующий донат я не знаю, что делать. На завтра, что ли? Давайте наберем много лайков до завтра. Я еще один ролик с донатом запилю. Типа, ну может не завтра, но послезавтра, не знаю. Охренеть. Серьезно. Я, наверное, мега ящики уже открывать не буду. Новые бойцы нам не нужны. Ну я как, нужны, но сейчас я больше хотел бы сделать акцент на прокачку. Блин, тупо не фартанет. Не, не фартанет, потому что уже все. Осталось мало гемов. Так, зато мы бита на 6 можем прокачать. 6 бит неплохо, но все равно. Да и пассивку, чтобы выбить на бита, это тоже еще надо постараться. Нет, походу мне придется апать его без пассивки, реально. Ну что, будем апать. Что, проблема что ли? Повезет, повезет. Не повезет, и хрен с ним. Ну господи, мы выбили Спайка, я счастлив. Я не знаю, надеюсь, вы так же рады, как и я. Блин, потому что каждый из вас может стать владельцем этого аккаунта. Каждый из вас, кто смотрит, просто подпишитесь на инстаграм и на канал. Все, ребят, все, я просто выложу пост, вы оставите коммент и больше ничего вам не надо. Обалдеть, обалдеть. Тупо подарю вот кому-то из вас, кто подписан будет на инсту и на канал. Ну что ж, дооткрываем последние сундуки. К сожалению, по прокачке я недоволен. По открытию в целом я рад. Но мы никого так и не подняли на самый такой жесткий, вот видите, Шелли даже на 9-й ближе, чем Бул. Все остальные даже не 8-й.
и далеко еще не восьмой, и некоторые даже не седьмой, то есть, понимаете, прокачиваются остальные бойцы, и я понимаю, да, я понимаю, что чем больше я бойцов выбиваю, тем сложнее мне прокачивать тех, кого я хочу, но плевать, я кайфую даже от того, что я выбиваю, реально, я кайфую от этого проекта. Осталось два бокса, ну что ж, поехали, открываем последние два бокса. Конечно же, не будет никакого нового перса на новый уровень, но и при этом... А еще и бойца нового не будет. Боксы я эти тратить не буду. Я жду роборубку, потрачу все 558 билетиков. Я думаю, что мы фарманем еще до хера обычных боксов. И при этом я еще, наверное, один донат на этот аккаунт сделаю. Максимум два. За три дня, нифига себе, да? Короче, друзья, я доволен, я доволен. Я, конечно, мало кого прокачал на нужный уровень, но хотя бы Бо 6 стал, там, Хик 6 стал. Блин, чуть-чуть не хватает до 9, офигеть, чуть-чуть. Это жестко, да. Фуловый аккаунт не получится сделать, но все равно он получился идеальным. Спасибо, что смотрели, спасибо, что подписываетесь. Я вам безумно благодарен, ребятки. Ставьте лайк. Короче, всего вам хорошего, до новых встреч, увидимся на стриме сегодня. Я на стриме сегодня буду апать 6500, поэтому приходи, братик. Все, всем пока, удачи, люблю вас. Блин, чуть трансляцию не запустил.